Законодательство надо менять. Найдите и здесь... во многих странах это развито. Это... И Беларусь из-за этого, что у нас нет краудинвестиций, теряет миллиарды долларов в год. Только вот посмотрите, сколько вот мы можем привлечь инвестиций. Только в один проект, да? Но пока законодатели не очень-то чешутся, образно говоря. Не хотят менять законодательство. И Россия тоже не хочет, да?